Универсальная арена спорткомплекса пока еще в своем привычном обличии. Сейчас здесь проходит футбольная тренировка. Но совсем скоро зал преобразится до неузнаваемости. Яркие костюмы, уникальные трюки, множество самых разных персонажей. В Саранск всего на один день приедет московский цирк Юрия Никулина. На этот раз на суд зрителя вынесут мировую премьеру программу «Цирк на льду». Мы уже много лет сотрудничаем с цирком Никулина и были проведены переговоры по организации данного мероприятия. Нашли понимание и договорились провести вот это цирковое представление у нас в спортивном комплексе «Мордовия». Уникальные трюки на льду и воздухе требуют кардинальных перемен. Впервые в истории спорткомплекса арену универсального зала покроет лед. Работы начнутся накануне представления. Также для удобства зрителей добавят несколько рядов партера. В принципе, изменений никаких не будет. Как они места существуют, так они и будут. Но в партеры здесь мы сделаем там 4 ряда. Они будут немного на возвышенности каждый ряд, чтобы было зрителям удобно смотреть это мероприятие. Шоу легендарного московского цирка Юрия Никулина видели зрители всех континентов. Артисты выступали на самых престижных площадках мира в 25 странах. Свою историю «Цирк на льду» отсчитывает с октября 1964 года. Именно тогда состоялось первое выступление, блестящая премьера, которая имела грандиозный успех. Сегодня «Цирк на льду» — это не просто цирк, это современное шоу. Оно сочетает в себе инновационные технологии и дизайнерские костюмы. Для каждого артиста они пошиты индивидуально. Захватывающие трюки на льду сопровождают отличное световое и звуковое оформление, а также современные спецэффекты. Необыкновенное ледовое представление пройдет в Саранске 23 февраля. К зрителю столичные артисты выйдут два раза в 13 и 17.00. Организаторы обещают, на их представлении будет интересно публике любого возраста. Шоу предвещает стать одним из самых ярких событий этой зимы. Юлия Мамаева, Андрей Просвиркин, «Народные новости».